Друзья, всем привет! Вы не удивляйтесь, но сегодня обзор на вот такую пилу, вот с таким названием. Это не реклама, просто совет всем, стоит ли брать эту пилу или не стоит. Мой канал как бы несет пользу всем, подсказки всякие даю и показываю годные или негодные инструменты в каких-то случаях. Вот смотрите, это недорогая пила, вот с таким названием, название специально не произношу, все прекрасно понимают, что это псевдофирменная пила. Это, конечно же, не Стэнли, дорогущая там за 3000 рублей пила. Это пила вот с таким названием, вот с таким размером, 450 миллиметровая, за 550 рублей. Хочу показать, как она пилит. И сразу сказать, пилит она достаточно неплохо. Давайте посмотрим. То есть за 555 рублей нам достается вот такая вот пила с такой приятной эргономичной ручкой. Мы как раз тут распиливаем кое-какие доски ненужные. И вот сейчас покажу. Я усилия сейчас никакого не прилагаю, просто гладко вожу. Смотрите, как она быстро пропиливает. Вот, видите? Дерево вот такого качества. Вот такой вот зуб у нее получается. Он сразу разведенный и каленый. То есть, к чему это видео? К тому, что можете смело покупать вот такую дешманскую пилу и не париться. Она вам пригодится. Во многих случаях она влазит по размеру, кстати, в инструментальный кейс. Вот 450 миллиметров, это как раз в кейс она влезет. То есть она не будет торчать из инструментального чемодана по такой вот ширине, длине. И она, вот смотрите, с отверстием под вес. И вот такая прорезиненная ручка. Закрученная ручка на болтиках. Ну, она сделана из такой пластмассы, которая не потрескается. Ну, есть аналогичные пилы, у которых вот тут вот разлетается крепление, у этой вряд ли разлетится. И повторюсь, к чему же это? К тому, что это не за 3000 рублей супер пила Стэнли. Это вот такая вот псевдофирменная пила. Почему псевдофирменная? Это китайское производство, а бренд российский. Многие думают, что это бренд Германия какая-то. Никакая это не Германия. Это мытищинская фирма. Мастернет есть такая фирма. Она владеет вот этим вот брендом. Стайр, да, так скажем. Все-таки произнес, да. Генеральный директор Бабаев, кстати. Ну, молодцы, маркетологи работают. Вот такая вот пила. Давайте я вам сейчас еще раз покажу, как она пилит. Вы один раз уже увидели, сейчас еще раз. Пилит хорошо. Ну, на этом все. Давайте, пока всем. Имейте в виду, что такие пилы есть.